Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам, как делать регистрацию партнеров по всему миру на сайте atomi.com, Atomi Global. Сейчас мы с вами зашли на сайт atomi.com и в поисковой строке сверху вы сразу видите переход на global.atomi.com. И это правильная страница, это правильный сайт для того, чтобы вы не попадали на чужие сайты, сделанные специально. В верхнем левом углу вы видите корейский язык. Мы нажимаем на него и меняем на удобный для вас. Я меняю на русский. Далее я нажимаю на три линии справа сверху. В самом низу последняя строка – это Atomi Hub. Нажимаем. И вторая строчка – это Join. Нажимаем на Join. Далее мы с вами должны выбрать страну. Человека, из которой мы будем с вами регистрировать. Я остановлюсь на Молдове и нажимаем перейти на веб-сайт. Здесь вы видите Молдова и сайт на русском языке. Далее мы должны выбрать пункт «Да, у меня есть спонсор». Мы должны согласиться со всеми пунктами и нажать кнопку «Далее». Здесь мы тоже должны согласиться со всеми положениями, нажать кнопочку внизу и нажать «Далее». Здесь заполняем латиницей, то есть на английском языке, имя и фамилию. Дату рождения выбираем. Номер телефона. Вы всегда можете вбить свой. Либо человека, которого вы регистрируете. Нажимаем кнопку «Подтвердить». Здесь необходимо согласиться со всеми пунктами и предоставить номер паспорта. Далее необходимо загрузить фотографии вашего паспорта. Главное, чтобы они соответствовали размеру. Дело в том, что сейчас предоставление паспорта – это только формальность. И вы можете предоставить, например, фотографию паспорта в двух этих строках. Можете даже предоставить какую-то другую картинку, либо фотографию, и нажимаем «Next». Главное, чтобы формат и размер фотографии соответствовал указанным. Нам необходимо вновь подтвердить фамилию и имя на языке вашей страны. Выбираем пол, вводим пароль. Для того, чтобы создать свой собственный пароль, необходимо нажать кнопку «Задать мой собственный пароль». Не используйте тот, который предлагает вам система. И набираем свой собственный пароль. И гостевой пароль мы придумываем самостоятельно. Здесь мы вбиваем свою почту до знака собака, и дальше мы вбиваем название своей почты, именно на каком сайте вы зарегистрированы. Нажимаем кнопку Next, а супруге информацию мы не подаем. Здесь нам необходимо вбить спонсорское ID. Спонсор – это тот человек, под кого физически пойдет ваш новый партнер. Если под этим спонсором пусто и никого нет, то человек автоматически пойдет к нему в левую ветку. Если же левая ветка занята, то человек пойдет в правую ветку. Если же два окна заняты, то тогда вы увидите вот такую картинку, и вам необходимо будет поменять ID спонсора на другого человека. Теперь мы видим,
что одно окно пустое, и именно туда будет помещен наш новый человек. Нажимаем «Выбрать». Далее мы можем оставить ОЦ, это образовательный центр, куда вам абсолютно бесплатная доставка любого товара, либо ОЦ спонсора, которого вы указали, либо выбрать новый. Я буду выбирать новый. Здесь я должна выбрать страну. Я выбираю, например, Россию, потому что хочу, чтобы товар приходил с бесплатной доставкой именно в Россию. И выбираю по названию тот центр, который мне нужен. Океан. Я вижу, что у нас два центра океан. Я выбираю океан Владивосток. Нажимаю кнопку «Выбрать». И в самом низу кнопку «Next». У меня выходит окно для подтверждения. Я нажимаю кнопку «Подтвердить». Мне на почту сразу приходит письмо. И вот эти данные вам необходимо выслать вашему новому партнеру. Спасибо за внимание. С вами была Анастасия Ли.